Пока здесь только старые качели и горы снега, но уже через полгода во дворе дома номер 3 по улице 9 мая обещают возвести современную детскую спортивную площадку. Эта территория попала в губернаторскую программу по комплексному благоустройству, которую реализуют в Химках с 2015 года. Выбор сделали сами жители, которые активно голосовали на портале Добродел. Они оставляют заявки на свой адрес, пишут свои пожелания. И в зависимости от того, в каком составе, в каком количестве эти жители проголосовали, эти дворовые территории рассматриваются на уровне правительства Московской области. Выбирается список из тех дворов, в которых будут проведены работы по комплексному благоустройству в следующем году. Каким именно будет двор, тоже решают жильцы. На первой встрече с сотрудниками управления ЖКХ обсудили планы развития этой территории. Обязательные элементы – мягкое покрытие, освещение, урны, но есть и личные пожелания. Спортплощадка с хорошими тренажерами, ну, естественно, дорожки, лавочки обязательно. Я с удовольствием играю в пинг-понг. И очень хотелось бы, чтобы были теннисные столы. Идею поддержали и члены общественного совета «Химки интересно жить». Я как активный гражданин, мне не безразлично, что творится в дворах. Конечно, я за здоровый образ жизни, говорится. И хотелось бы видеть площадки, спортивные площадки, детские площадки. Идет очень большая и активная работа общественного совета для того, чтобы не только решать вопрос, связанный с данным двором, но и с другими дворами. Поэтому мы активно принимаем участие на встречах с жителями для того, чтобы выяснить, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш двор? В какой двор мы возвращаемся после работы, да, зависит и настроение на следующий день. Работы по благоустройству двора планируют завершить уже осенью. Всего в городском округе по программе «Комплексное благоустройство территорий» приведут в порядок 29 дворов.